И здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем ролике я хочу показать, как собрать вот такую вот мега-эпичную деревянную машину из Лего. Она выглядит как будто деревянная, тут только железная. Ее можно описать в каком-нибудь фильме про древнюю жизнь. Там шуточно, что эта машина, как бы, там машин не было. Она, кстати, ездит очень хорошо, если там все правильно сделать. Ну что ж, сейчас я вам покажу, как ее собрать. Редкие детали, только оси и вот такие вот, ну, сложно найти, и вот такие вот, на 1:4 спуск, и здесь. Ну, короче, вы в процессе можете немножко переделать, но саму конструкцию мне не советую, что получилось. Для начала нам понадобится платформа 4:6, и по бокам вот так поставим 1:2, количество. Можно сверху, сюда, кстати, мы ставим 2:4, для красоты можно переставить. Теперь у нас здесь 2 детальки 2:4. Они вот так вот оба ходят. Берем 2 детальки вот таким вот. И ставим их вот здесь вот на 2:4 посерединке. Ставим сюда 2:1 и сюда 2:1 плоску. Вот так, короче. Теперь нам понадобится вот такая вот деталька. 2. И еще вот такая. Мы ставим вот так. Делаем, короче, такую конструкцию. Надеюсь, вам все хорошо видно. Чисто для красоты. Можно вообще взять 2:1 точнее. Можно вообще полностью сделать железный. Теперь я беру для красоты вот такие вот, короче, конструкцию. 2:1, 2:1. Вот так. И сюда я ставлю вот такую конструкцию. 2:2 круглая здесь. И вот такой вот конус коричневый. Все. Теперь это мы можем прикрепить вот сюда. Теперь, кстати, ребята, мы ставим вот сюда, вот такую вот конструкцию, 2:1, здесь можно, кстати, взять 1:4, и здесь тоже можно взять 1:4, сюда 2:1, еще вот так, и сюда вот 1:4. У меня не было коричневого цвета, я взял такой, как, не знаю, какой-то цвет, темно-бордовый или, не знаю, какой-то цвет. Вот так у нас должно получиться. Теперь мы берем прошу прощения, 2 таких вот детальки и ставим их на 2:4. У нас уже приготовлены. И делаем вот так. Вот. Готово. Теперь мы берем 2:3. Вот такую. И ставим вот сюда. Теперь 2 вот таких вот детальки. 2:1 скоса. Я взял их вот такие вот. Что они прикольные. Вот такую еще. 2:1. Сейчас ее поставлю. Кстати, тут, ребята, будет легче, если сначала поставим тут 2:1, а потом уже эти прикрепим. Я тут что-то немного намудрил, поэтому у меня не очень сильно получилось сразу. Теперь мы берем такую же дальку, как здесь, и ставим ее вот сюда. Теперь берем эту детальку, вот такую вот, 2:1, и ставим вот сюда, либо сюда. Мне кажется, здесь будет поприкольнее. Теперь нам осталось собрать только колеса, они собираются как... Штанги. Кстати, штангу лучше взять, знаете, какую? Сейчас покажу. Вот такую вот. Как вам это показать? Она, если смотреть по деталям, она 1:7.
Нет, ну даже не 1 на 7. Короче, вот видите, какая у меня эта конструкция. Да, 1 на 7, 1 на 7, вот она. Лучше взять такие две. Но у меня таких две не было, у меня было 1 на 9 вроде штанга. Я сделал вот такую вот конструкцию. Ладно, смотри, сейчас я вам покажу, как сделать сами колеса. Берем две вот такие тарелки 1 на 1. Ставим их вот так. Просовываем нашу штангу между ними. Теперь мы берем вот такую вот детальку, вот как колеса. Вот сюда ставим 1 на 1 такую. Можно не ставить. Ну что, коричневую поставить или цветом колеса. Лучше, ребята, чтобы крутились колеса, нужно обязательно немножко вот так вот отступить, чтобы, видите, немножко ходили в ту и в ту сторону. Тогда она будет кататься именно. А если вы зажмете, то она тоже будет кататься. Ну, короче, смотрите как. Ну, лучше немножко отжать. Тогда, ну, раздвинуть. Тогда будет. Эту мы можем собрать так же, но не было таких цветов уже. И поэтому я сделала вот так. Кстати, ребята, тут немножко не очень так сделал. Тут нужно эту вот поставить спереди. Эту спереди, а вот эту вот с коричневым сзади. Здесь я вот прикрепила вот такие вот детальки. Потому что здесь у меня продолжалось, я не смог поставить пимпочки. Так бы я их поставила. Что ж, ребята, сейчас я доделываю и прощаемся. Ребята, в следующем выпуске я покажу, как собрать четвертую арену, хоть вы и не набрали 5 лайков. В следующем ролике я проведу конкурс. И что хотел вам еще сказать. Посмотрите ролик, где я собираю вот такой вот замок, который не открывается, нужно там код набрать. Что ж, с вами был Атарио ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!